Еще совсем недавно прогноз банка СЭБ относительно роста эстонской экономики в этом году составлял 2,6%, что должно было внести некое успокоение в связи со скромными показателями минувшего года, конец которого показал рост всего лишь в 0,8%. Оптимистично ожидалось, что в 2014-м увеличится спрос на эстонскую продукцию у зарубежных партнеров, однако этого не случилось. Причем европейские риски дополнились проблемами России. Замедление ее экономического роста, падение курса рубля и кризис в Украине влияют на страны Балтии в целом, а на Эстонию еще и через интегрированное экономическое партнерство с Латвией и Литвой. К тому же не оправдались ожидания, связанные с надеждами на восстановление экономики крупнейшего торгово-экономического партнера Эстонии – Финляндии. Цикличность распределения средств европейских структурных фондов также привела к сокращению инвестиций в Эстонию. На фоне снижения экономического роста аналитики прогнозируют структурные изменения рынка труда. В некоторых областях экономики, где дела идут не совсем хорошо, может уменьшиться занятость. Это строительство и транспорт, в первую очередь связанные с российским транзитом. Там мы наблюдали сокращение перевозок уже в прошлом году. Падение российского рубля приведет к уменьшению количества российских туристов, и это повлияет на все сопутствующие сферы. Не стоит также в условиях слабого роста экономики строить больших ожиданий на увеличение заработных плат. При этом аналитики считают, что щедрые социальные посулы нового правительства на этот и следующий год, хоть и приведут к увеличению нагрузки на бюджет, могут оживить покупательную способность и внутренний рынок, где последние годы наблюдается процесс стагнации. Но возможные сокращения рабочих мест и прогнозируемый в этом году рост безработицы не должны притуплять бдительность потребителя. Серьезные изменения на рынке труда – повод прислушаться к рекомендации аналитиков. Лучше инвестировать не в материальное приобретение, а в самого себя. Новые трудовые навыки уж явно будут меньше всего подвержены политической конъюнктуре. Наталья Малют, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.